8 августа вечером интернет взорвался паническими сообщениями о рейдерском захвате ОП «Атомремонтсервис» на «Энергоатом». 9 августа утром наша съемочная группа побывала в Арсе. Был действительно инцидент такой присутствовал, имел место быть. На территорию Арса, где находится производственное помещение нашего подразделения, они не попали. То есть это был чистый хозяйственный какой-то спор, я думаю, так. В настоящее время Арс спокойно продолжает работать, насколько я понимаю, да? Да, в 8 часов утра все пришли спокойно на работу, то есть работают, и никаких проблем с этим нету. То есть это все завершилось около 12 часов ночи. Около 12 часов ночи, и уже никого из этих рейдеров уже здесь не было, которые атаковали. Да, на утро их не было, то есть они разбежались. То есть тем путем, которым они зашли, они ушли так, в лес. По информации, полученной из неофициальных источников, количество атаковавших помещение коммерческого предприятия ПАК «Энерголизинг», занимающийся производством пластиковых колпачков, помещение арендованного у Арса, было около 78 человек. Рейдеры приехали из Черка с двумя автобусами и машинами. Мужчина, руководивший захватом помещения коммерческого предприятия, задержан полицией и опрошен. Заведено уголовное дело. Подробнее в новостях Славутича в субботу, 11 августа.